реально сработало так, как я думал в теории. Вот, мы, кстати, так не падали. Всем привет, меня зовут Алексей. И я нахожусь снова в московских Альпах. И сегодня я затестирую досочку Санта-Крус на классическом кембере. Кембер прям вот самый классический. Контактные точки у него аж здесь и вот здесь. Эффективная длина конта запредельная. Доска должна быть очень стабильной. Сейчас попробуем, проверим. Ростовочка у меня 154. Кстати, в одном из прошлых роликов мы тестили креп и клюв. Они настолько мне понравились, что я решил потестить их еще на этой доске. Посмотрим, что из этого получится. Доска по ощущениям жесткостью 6 точно, а то и 7. Я хочу на ней поджибить. В принципе, я люблю джибить на довольно жестких досках. Вот. Но посмотрим, перебор, не перебор. Для того, чтобы хорошо на ней поджибить, я сейчас на ней немножечко спилю конты, чтобы не зацепить. Хотя все равно, наверное, зацеплю, но постараюсь не так сильно. Я ни в коем случае не пропагандирую спиливать конты. Ни в коем случае. Только если уверены, что будете кататься именно в дисциплине джибинг. Итак, досочка протестирована, я сделал на ней на камеру 10 трюков. В целом доска мне очень понравилась, она довольно жесткая, новичкам я бы ее не посоветовал, она больше для продвинутого уровня катания. Подходит она для катания по всему курорту, но больше всего ее потенциал потребуется любителям прыжков с трамплинов. К сожалению, мы сегодня не попрыгали. Вот, надеюсь, попрыгаем в другой раз. Но даже в джибинге эта доска мне показалась очень вертлявой. Она очень маневренная, при этом очень контрольная. Эффективная длина конта, о которой я говорил, реально сработала так, как я думал в теории. Вот, мы, кстати, так не падали. Вот, молодцы какие, да? По поводу крепления еще пару слов. Почему я их поставил? Мы снимали 10 трюков. Мне хотелось быть максимально быстрым. Просто быстро забежал в борт с легенькой доской. Встал, встегнулся, сразу поехал. Крикнул: «Йоу, я еду!» И сразу делаю трюк. В целом, так оно и получилось. Очень круто. Я бы реально на таких креплениях катался и в парке. Если у вас есть сомнения, что в парке эти крепления будут работать плохо или будут плохо держать ногу, например, то что будет люфт, нет, это ерунда, такого не будет, крепы работают шикарно. Вот, крепы просто 10 из 10, вот реально. Со своими заморочками, но эти заморочки не отбирают у нее даже 1 балл. Я пошли. Вот таким парням, кстати, такие крепы великолепно было бы вообще, ты прикинь? Им не пришлось бы садиться на попку все время, а вон у них жопа в снегу, в обуви. Вот, кстати, сейчас с ребятами стоял, там крутые катальщики. Максим там Сиротовский, локальная звезда, заценил крепежки. Говорит, выглядит круто, прикольно, жесткие. Вот он, молодец какой, да? Ох, каков! Звезда пушкинская. Итак, доска, наверное, если по категориям, прыжочки с трамплинов — это твердая восьмерочка, катание по трассам — твердая девяточка, джиббинг, наверное, 6-7.
но доска для продвинутого уровня катания. Если вы новичок, скорее всего, вам она покажется слишком суровой и жесткой. На нашем сайте на данный момент действует скидка на доски Santa Cruz, конкретно на эти точно, потому что, если не ошибаюсь, это прошлый сезон, то есть 30% точно есть, возможно, даже 40%. Нужно посмотреть, зайдите на сайт, ссылочки на доски мы прикрепим внизу видео. Ну и напоминаю про наш новый магазин на Таганской, где будет представлены и крепление клю, и доски Santa Cruz, и крепление Santa Cruz. Эксклюзивно в сквоте пока что. Про крепление клю всегда готов помочь, рассказать. Если что, спрашивайте, приходите в магазин, проконсультируем. Размер, настройка, все четко расскажу уже из первых уст, зная, как они работают, где что нужно привыкнуть, как лучше поставить. Все расскажем. Все, это были 10 трюков на доске Santa Cruz. Кембер. Увидимся в следующих видосах. Всем пока!